Всем привет! Купили вот такой вот квас, он называется Ликинский, ну именно Ликинский, это, наверное, подделка на Лидский квас, потому что обычно очень популярный такой Лидский квас. Кстати, где его производят, я не помню, и по вкусу какой Лидский квас я тоже не помню, но я знаю, что часто продают. Так, давайте посмотрим, где его производят. Изготовитель Водоцикл, типа Мотоцикл, только Водоцикл, прикольное название, делают его в Калмыкии, город Элиста. Ой, я не знаю, по-моему, в Калмыкии же живут эти какие-то, ну, короче, какая-то там Калмыкин, но они, при этом Калмыкия же где-то на Кавказе, а они не похожи на кавказцев. Ну, я не знаю. Ну, давайте попробуем, ладно, азиатского кваску. Так, открываем. Ну, сразу скажу, что обычно квас открываешь, он так прям бурлит. Этот не забурлил, кстати, ну, за это плюс. Ну, не знаю, может, он был немножко подспущенный, хотя вроде брал хороший. Но не видно, что немножко дымится. Ну, это, видимо, из-за углекислоты. А, давайте посмотрим по составу. Почему, кстати, он дымится? Он может быть газированный просто? Состав: вода, питьевая минеральная, сахар. Ну, нет. Вроде не написано, что он искусственной газации. Написано натуральный квас брожения. Ну, это, наверное, не натурального брожения, а просто как-то натуральный квас брожения, не знаю. На калмыкском, наверное. Я не знаю, что это значит. Но точно, наверное, не то, что я думаю. Так, кстати, никогда такое вообще не пробовал. Давайте сразу по запаху. Ну, бутылка похожа, как будто это пиво, на самом деле. Ну, запах, кстати, приятный такой. Ну, сладенький, кстати, приятный. Ну, по запаху мне нравится. Не, ну вот это, ну, натуральный продукт брожения меня очень это смущает. Ну, пахнет классно. Давайте пробовать. Блин, что я скажу, а? Честно говоря, не ожидал такого. Не знаю, может, я давно квас не пил. Но пузырики маленькие. Ну, вот это плюс, я люблю, когда маленькие пузырики. Но пузырька, кстати, не так много, как в другом квасе. Он не такой сильно газированный. Но за это, кстати, немножко минус ставлю. Но, может быть, что-то... Ну, хотя, не знаю, вроде он не был приоткрыт, вроде был закрыт. Ну, надо разные бутылки брать, пробовать. Вот, но... Ну, по вкусу очень даже ничего. Вообще приятный. Ну, я вот только просто 2 балла сниму за то, что он не такой газированный, потому что я люблю, ну, более газированный, поэтому это чистая 8. На самом деле, я такой квас рекомендую, он реально классный. Ну, мне понравился. Правда, это 8. Если бы был более газированный, я бы реально поставил за это 10. Ну, классный квас. Вот. 8 баллов из 10. Вот. Спасибо вам за просмотр. С вас палец вверх, подписка. Пока-пока.